Хейл, сумешники, мы продолжаем родить игру, может быть даже заканчивать игру под названием Bugs Bunny and Last Time. Окей, у меня есть 99 морковочек, на что я могу обменять вот эту морковочку. Также у нас здесь в космосе открылся новый уровень. Да, то есть вот здесь у нас врата есть. Сражение за планету. Нихера себе. Захват засекреченной планеты. Это спидран? Вау! Ну ладно, парни, победит тот из нас, кто первый уставит свой флаг на вершину. На старт. Внимание. Эй! Они, знаете, все такие умные. А, мне еще нужно угадать проход. Мне ж по идее все равно. Мне ж главное, чтобы время, да, не закончилось. Ладно, я хотя бы соберу хотя бы морковочки просто. Замечу, что время закончилось. Да, давай еще раз. А на что влияет время? Так, центральная. Вот это, да? Так. Окей. А теперь вопрос, а как мне часы достать? Вон оно как. Ну блин, я морковку не взял. А, да, но ты забыл кое-что подобрать. А, давай-ка я сохраню твои победы. А, нет. Ага, кучат, Ланин. Ланька, короче, сейчас мы отправляемся с вами за золотыми цаками. Еще сколько? 5 штук. Ну, погнали. Вот тут.
Да. Я нашел это место, черт. Вот, я вернулся сюда, и вот сюда нужно было спрыгнуть вниз. И здесь можно забрать морковочку. Также тут есть какая-то кнопочка с лифтом. Но это я только одну нашел, подождите. А где еще? Но это не то. Странно, где еще морковки? А, точно, там еще увидел, как я туда сейчас слетел. У финиша внизу там есть дырка, и туда можно спрыгнуть. Я не знаю, где я, но сюда я смог спрыгнуть, короче, сверху. Тут нашел золотую морковьяну. Ну ладно, я понял, где это. Еще нужно к финишу прибежать, и у финиша будет забрать. А так я больше пока что еще не вижу нигде, если честно. Типа здесь больше... Вот здесь еще вот есть спуск. Вон оно что. Ну все, пойди, теперь я все собрал. Но я не успею. Ну, все равно я собрал все, что мне нужно было. Надеюсь, оно сохранится. Ой, стой! А чё, типа, я ж первый пробежал? Нет. Я буду надеяться, что оно сохраняется. Гравицапа есть, машина летит. А, все, да. Ты прошел этот уровень. Давай-ка я сохраню твои победы. Нет. А в смысле запись произошла? Спасибо, Чатланин. Ку, Чатланин. Спас. Окей. Идемте далее. Вот, короче, одна морковка находилась вот в этом цветке. Я, если что, нахожусь сейчас в банке. И еще одна морковка находилась в этом цветке. Ну, все, в принципе, мы все собрали, что нам нужно было. Поэтому отсюда можно выбирать. Так, мы отправляемся в побег. У нас там получается 3 золотые цаки, то есть 4. То есть 3 золотые морковки и 2 часика. Так, если что, вы же не забыли, что здесь нужны тоже коробки. Одну здесь я уничтожил, где вот этот деревянный столик сидит у меня. Так, второй ящик у нас, получается, находится на первом этаже. Именно здание уже. Тобл холл, первое. Мы нашли в холле. Второе мы здесь видим. Также здесь мы сейчас с вами попадем туда, куда я не мог попасть до этого. А именно... Пружинка. Я понял. Хорошо. И как раз попадаем в коробку. А теперь отсюда мы можем попасть вот сюда наверх. Чего? Это меня аж на какой этаж пуляет? На самый верхний? А, вот музыкальная игра, точно еще. Берегись. И если что, мы с вами на третьем этаже, если вы не забыли. Или это самый верх. Так, хорошо. Ну, хотя бы здесь у нас есть и кровать, и музыка. Ладно, ждите. Ну что, погнали, посмотрим, что здесь. Ага, здесь у нас шапочка. Шапочка, одна морковочка. А, это с той стороны, где паркур, помните, был, а я не мог допрыгнуть. Она тут трубы продувает.
Тихо. Не падаем. Так, золотая морковочка, раз. А, ну и здесь мы с вами были. А, слушайте, а тут часики есть, оказывается. И здесь есть сиденье, с помощью которого я могу подняться еще выше. Неужели я промахнул? Но куда вы... А, это чтобы вернуться туда. Понятненько. Идем, значит, на второй этаж. Так, это мы были с вами на втором этаже. Так, следующую коробку можно найти на третьем вот этаже. Ну, по идее, шкаф можно было отодвигать, если не ошибаюсь. А, о, тут часы. Все. Так, и что у нас еще осталось? Все, я все собрал. Поэтому я иду на финиш. Он смотрит гляделки с бомбой. Так, у нас открылась таинственный путь. Еще у нас в древнем мире еще один уровень открылся. Так, запоминаем. У нас еще здесь в решетках есть скрытый уровень. Так, на пиратском острове у нас еще застой есть. Там у нас во рту не собран. Давайте пойду в рот собирать. А, тут нужно, блин, не слово, а ключ. Полетели на планету Х. Одни часы и два золотых цака. Давайте теперь попробую, что значит внутри. Я же тогда сюда еще не залетал. Вот, ребята. Ну да, правильно, я же сюда еще не залетал. И это не есть, да? Нет, еще... А, да, все, я собрал. Все, идем заканчивать. Так, по идее, все, что я мог собрать, я уже собрал. Поэтому, ребят, теперь у нас просто идет прохождение. Так, сезон охоты. Часы. Одни, только одни часы. Да ладно, это же основная часть. Ну то легко, типа просто под датами мы все активируем, да и все. По факту мы ему даже вообще не даем и шанс табличку перевернуть. 15-0. Понятно, кого он атакует. Все. Вот весь сезон охоты. Шинале. Гравица поесть, машина летит. Ты прошел этот уровень. Да, давай-ка я сохраню твои победы. Нет. Ага, Чатланин. Окей, теперь мы с вами можем отправиться. Здесь не найдено, здесь... Так, осталось только вот эти за часы. Теперь мы летим в средневековье. И в средневековье там было... еще что-то. Новое открыто. Таинственный путь. Часы 8, золотые этих... Морковный спектакль. Эй! В чем дело, женщина? Кроли! Ку! 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 Видишь?
Угу. Спасибо за совет. Найди 10 таких предметов, чтобы получить часы. 10. Блин, а мне нужно было морковочки использовать. Ну ладно. Уходи. Почему он не уходит? А, да ладно. Не, просто дело в том, что мне нужно использовать большие, чтобы... А, даже так. Ну ладно. Здесь у нас кто проживает? Мерлин Монро. Опа, здесь новая способность будет. Привет, турист. Если хочешь, я могу научить тебя волшебным трюкам. Отлично. Ладно, слушай внимательно, пацак. Спой песню над этим символом, и ты дотянешься до предмета, до которого раньше не мог достать. Опа. А это у нас что за место, ребята? Правильно. Это место там, где у нас... замок. Значит, я туда быстренько сгоняю. Так, очередное скольжение по льду. Очередное скольжение по льду, да? Ну, давай. А, этот лед мягенький, все, я понял. Подожди, это мне нужно прыжок S. Гениально! Отлично. С той стороны у нас ничего нет. Окей. Да ладно! Я мог снежки лепить. Но здесь без вопросов я возвращаюсь обратно. Ты можешь на месте стоять? Вот, мне кажется, в него нужно снежками попасть, потому что они здесь не просто так. Здесь морковки не бесконечные. Но здесь главное еще попасть. Впритык буду подбегать. И мазать. Да елки-палки. Ха, а я его не видел. Прикол. А как мне? А не, можно залезть. Отлично. Три морковки, считайте, мы с вами уже нашли. Подожди, а тут... Нет, тут ничего нету. Я хочу сразу сейчас все пособирать, что я могу, чтобы я потом сюда снова не ходил.
он не прыгнул. Окей, я пришел. Так, к морковному полю. Там написано. Так, мне показалось ли там? Бля, не поворачивается. К морковному полю. Ну, погнали к полю. Ого, а чё тут так много проходов? Ага. Не станешь? Ладно, нужно позволить ей, походу, на себя подышать. Опа, часы. Хорошо, здесь у нас все закрыто. Здесь везде нужна способность ключ. А, видите, можно, оказывается, сразу было ломать. Ладно, сюда мне нужно только ключ. Способность. Походу, мне наверх надо. Звезда какая-то. Странно. Почему я ее достать не могу? Так, больше здесь, походу, ничего нету, поэтому мы идем наверх. Не знаю, куда, но мы куда-то... Главное придерживаться уголка и мансить вовремя. Так, он говорил 10, да? Мне надо таких. Морковку. Привет, турист. Найди 5 недостающих камней для часов, которые ты ищешь. Ага. Если хочешь, я могу научить тебя волшебным трюкам. Отлично. Ладно, слушай внимательно, пацак. Скажи над этим символом. Там пидибидидим-пидибиди. И откроешь двери. Хорошее слово. Дам дибидим бидибдим. Ну, побежали. На удивление, на меня ничего не падает. А ничего, что я звезду как бы забрать не могу? Не понял. Давайте начну, я думаю, тогда отсюда. А, не, этого я еще не атаковал. Ладно. Или я могу их повторно просто атаковать? Гениально! Ладно, начну тогда с той стороны. Дам-пиди-биди-дим-пиди-биди-дам. Ну, знаете, озвучка, конечно. Ракета называется.
хера не понимаю. Вообще ни хера не понимаю. Я же туда пройти не могу. И выпрыгнуть я не могу. Где пойдем? Что? А-а-а, вон оно что. Понимаем. И вам, понимаете, время уходит. Вот я нашел, а время уходит. Так, одна звезда есть. Как мне из дерева звезду достать? Успею. Все, да? Нормально. Так, один есть. Один есть, погнали дальше. Дам-пиди-биди-дим-пиди-биди-дам. Черазио. Я понял, что здесь надо. Сразу только по одной паре нужно искать. Ну ладно, тогда так. Что-то было. Ну это логично было. А как тут звезду получить? Там как бы не было куда бы спрыгнуть. Ну а сейчас раскатаемся, будем быстро. Монетам сосульки, оказывается, падают. Неожиданно. Так, здесь ничего. Значит, нам сюда. Дам, пиди-биди-дим, пиди-биди-дам. Спринтер. А он все равно медленно едет. Окей. Ладно, заберу ящик, вернемся. Короче, там на льду нужно очень тихо, потому что он ломается.
Хотя, по идее, можно проворачаться, и то же самый результат будет. Там еще была золотая морковка. Забрал. Так, у нас еще одна осталась. Звезда. И все. Ну как, осталось две, конечно, звезды, но я не знаю, как ту, которая в дереве достать. Ну, логово Робина. Нет. Надо было просто по-тихому пройтись. А в чем подвох? А, подожди, отсюда можно спрыгнуть? Нет, нельзя, прикиньте. О, давайте как раз я посмотрю, могу ли я катиться. А там утка стоит. Ладно, заберу морковку. Готово. Плюс звезда, плюс коробка, плюс этот. Ладно, давайте пытаться достать последнюю звезду, которая у нас находится под деревом. Я не знаю, как я буду ее доставать. Их можно шевелить. Просто я смотрю на этих щели. Да, их можно шевелить. А-а-а. Походу, эту можно шевелить. Все. Найс. Изи. А сейчас, ребята, мы с вами просто поднимемся наверх и заберем эти часы. Отлично. Гениально. По идее, я все собрал. Да, все. Гравицапа есть. Машина летит. Ты прошел этот уровень. Да, я хочу сохранить. О, у нас открылся волшебные цаки. Да, давай-ка я сохраню твои победы. Давай. Спасибо, Чатланин. Ку, Чатланин. Спасибо. Ну что, в принципе, на этом мы с вами заканчиваем. Следующая серия. Я начну в пиратской бухте. Я заберу там, что находится в тайнике. И мы продолжим дальше. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.